В Урае на каруселях катали мешки с песком. Из расчета 35 килограммов нагрузки на одно сиденье. Так специалисты проверяют техническое состояние аттракционов. Имитируют полную загрузку, например, колокольчика детьми, включают и смотрят на работу механизма. Не должно быть ни вибрации, ни лишних шумов. Далее визуально-измерительный контроль. Соединения проверяют штангенциркулем, толщину стенок металлоконструкций с помощью ультразвукового дефектоскопа. Все замеры делают тщательно, ведь от исправности каруселей зависит безопасность главных пользователей, детей. Всего специалисты проверили 13 конструкций. Замечаний для большинства каруселей нет. А вот вихрь больше работать не будет. У него истек срок эксплуатации. Всегда проводится первый запуск без посетителей. Оператор смотрит изначально визуально, чтобы все электрооборудование было в норме, чтобы не было ничего лишнего. Смотрит визуально на аттракцион. После этого делает пробный запуск. Смотрит, как работают все механизмы у аттракциона, и после этого расписывается в журнале о том, что аттракцион может эксплуатироваться.